Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам еще об одном способе, благодаря которому вы очень легко и быстро скачаете видео с YouTube. Для этого вам понадобится всего лишь одна программка, которая называется FreeMake Video Downloader. Для того, чтобы скачать эту программу, вам надо будет перейти на вот этот сайт, ссылочка на который будет под видео, и нажать на кнопочку «Скачать бесплатно». У вас начинается скачивание. Видите, программка скачалась. Нажимаете и устанавливаете данную программу. Выбираете интерфейс, язык вернее. Здесь можете вставить галочку, может нет. Дальше везде все нажимаем далее, далее. То есть полная установка, везде далее, далее, далее. Когда программка установится, у вас на рабочем столе появится значок программы. Я ее устанавливать не буду, так как она у меня уже есть. У вас появится вот такой вот значок. Кликайте на него два раза, и программка запускается. Вот как мы видим, программа запустилась. Вот он внешний. Самый простой интерфейс. И для того, чтобы скачать видео, вам нужно, соответственно, перейти на YouTube. Взять, к примеру, какой-нибудь видеоролик любой. То есть вот возьмем последний, да? Нажимаем правой кнопкой мыши. Копировать адрес ссылки. Дальше идем в программу и нажимаем вот эту кнопочку. Вставить URL. То есть он у вас сюда вставляет автоматически URL из буфера обмена вашего компьютера. Видите, вебинар-бинарчик, вывод денег. Здесь вы можете, значит, установить качество. То есть 1280 на 720, ну какие есть доступные, он вам будет выдавать. И нажимаем ту, которую вам надо. Я, например, всегда ставлю самое высокое качество, которое есть. Здесь, значит, только скачать, либо еще и конвертировать в IP. И, как видите, если я сейчас здесь скачаю PNG4, 194 мегабайта будет, а если я буду конвертировать в IP, то 1 с лишним гигабайт. Я никогда не конвертирую, я чисто скачу, потому что потом эти же MP4 я заливаю на YouTube, к примеру. Дальше, значит, здесь выбираете место, куда вам скачивать данное видео. Нажимаете на эту кнопочку, открывается окошечко, и выбираете, куда вы его хотите сохранить. То есть ту папку, куда вы будете его сохранять. Нажимаем «Сохранить». То есть он у вас здесь прописывается. И нажимаем кнопочку «Скачать». И вот началось, как вы видите, скачивание данного видео. Ну вот видео скачалось. У вас здесь сразу же появляется такая надпись, то что загрузка завершена. И тут можно сделать два выбора. Либо проиграть, то есть посмотреть данный видеоролик. Либо показать в папке. Нажимаем «Показать в папке». У вас открывается папочка. И вот это видео, которое вы скачали, оно будет выделено сразу же. То есть здесь можете посмотреть или переместить куда-то. Это уже на ваше усмотрение. Ну, в принципе, и все. Видео скачалось к вам на компьютер. Все довольно-таки просто. Ничего сложного в этом нет. И после этого можете просто взять и закрыть данную программу. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.